Всем привет, с вами Роман, канал ТРГ Гейм. Мы начинаем. Сегодня мы съездим в Арзамас, посмотрим, как прогружаются там текстуры, потому что игру переустановил, вроде пока нормально. Можно маленечко добавить леску, чтобы инспекторам не попасться, а то вдруг у заправки стоят, оштрафуют. Инспекторов там не было. Оп, ну куда же ты так несешься-то, елки-палки. А вот и инспектора. Всем советую останавливаться на знак стоп. Не только на этом переезде. Везде, где увидите, они могут стоять. Везде, и знак распространяется тоже этот везде. Оп, рыжик, блин. Бегай по дороге. Еще кто-то бежит по пустыне, блин. Так, тут посмотрим вправо-лево, чтобы ни в кого не въехать. И едем дальше. Как я уже говорил, едем в Арзамас. Так, эта дорога какая-то пустая. Время вроде пол-11 всего лишь. Трасса пустая. Интересно, с чем это связано? До 40 скидываем, потому что тут тоже стоят инспектора частенько и останавливают чуть ли не всех подряд. Все, можно подразогнаться уже, тут уже инспекторов нету. Так, заезжаем в Арзамас. Что-то проседает FPS, начинаем подлагивать маленько. Тут у нас красный сигнал светофора. Ждем. Как видим, у нас работает школа. Просто досав. И снова красный. Тут мы успеваем на желтый,
Хорошо, успели. Посмотрим, что у нас во дворах. Во дворах. Во дворах у нас что-то ничего интересного нет. Немножко под машины стоят. Тоже нету. Так, поехали, съездим до автошколы. Оп, я туда поехал. Развернемся сейчас. Поедем до автошколы. Тоже маленечко подлагиваем. У нас на автошколе ничего интересного. Ладно, поедем дальше. Илья, Миша, привет тебе, Илья. Нет, меняться я не буду. Я пока поезжу на Audi. Не хочу я обмен. Называется это пока машина. Снова красный. Как сегодня везет на красный сигнал светофора. Приезжаем кольцо, едем дальше. Приезжаем переезд потихонечку. Тут мы заезжаем в Роговичи и сейчас выйдем на трассу и поедем в сторону Анашана. Тут едем потихонечку, то у меня уже один раз был нежданчик, машина прям в лоб вылетела со встречки. Мне больше такого не хочу счастья. Тоже останавливаемся на знак стоп. Смотрим лево-право. Поехали. Еще одни камеры стоят.
тоже потихоньку приезжаем. Соскочил поворот, блин. Так, ладно, сейчас зайдем назад. Вот ты тип в натуре. И уехал, главное. Вот РПшник-то. Фул РП просто. Блин, вообще, блин. Как так-то? Всю морду мне расфигачил. Тоже пропускаем машину. Поедем потихоньку ставиться. Так, тут поехали. Главное, чтобы инспектора не остановили. То штрафуют. А вон инспектора стоят. Неохота, чтобы нас оштрафовывали. Поехали в лесное. Смотрим инспекторов, стоят, не стоят на приезде. Машина стоит, машина не стоит. Нет, нет инспекторов. А, у парня права лишние, раз не останавливается нас перед знаком. Парень АФК встал. Разогнаться маленько. Вот, 4 км в час едем. Нормально. Меня вполне устраивает такая скорость. Нифига, сейчас бы еще будет делено. Ладно, нифига как может быть бы. Ладно, всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Я подпишусь взаимно, если вы на меня подпишетесь. Всем пока-пока.